Турнир по электронному хоккею провели в Барнауле студенты Алтайского технического университета. Так они решили поддержать участников Всемирной универсиады, закрытие которой пройдет уже во вторник после хоккейного финала. Но взяли политеховцы в руки не клюшки, а джойстики. На виртуальный лед вышли команды факультета информационных технологий и Института международных отношений технического вуза. Иностранные студенты, впрочем, выбрали скамейку запасных. Они и снег-то впервые увидели недавно. А об игре в хоккей имеют, по их словам, слабое представление и правил не знают. Правила игры стандартные для хоккея, но навыки нужны. То есть, чтобы в эту игру, даже в такую, в общем-то, НХЛ не считается киберспортивной игрой в полном смысле этого слова, а не проводятся какие-то профессиональные турниры, но чтобы в нее играть хорошо и качественно, нужно иметь большой опыт. То есть, я думаю, если сейчас сюда придет какой-нибудь школьник лет 11-12, который день и ночь сидит за ней, он здесь порвет просто всех.